Ряд рабочих встреч провел сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев. Встретился с главным редактором журнала «Моя империя» Сергеем Суслиным и председателем Совета старейшин Львом Кураковым. С председателем Совета старейшин Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашской республики, Львом Кураковым, Михаил Игнатьев обсудил задачи, которые стоят перед регионом – создание рабочих мест и рост заработной платы. Лев Кураков отметил, как председатель он видит, что Совет старейшин создан не ради галочки. Мы благодарны за то, что вы в силу своих возможностей всегда на наши предложения реагируете ответственно, сколько можно смягчить обстановку, социальную обстановку для ветеранов, вы создаете. Хочу выразить слова благодарности за то, что в течение прошлого года мы конструктивно с вами взаимодействовали. Все эти пожелания, предложения со стороны ветеранов, которые вы обсуждали, спорили, соответственно, задавали неприятные вопросы членам правительства, это значимо для нас, потому что тем самым мы минимизируем ошибки при принятии управленческих решений, при принятии норм действующего законодательства. У Сергея Суслина глава Чувашии поинтересовался, как журнал пережил год предыдущий, пожелал успехов на будущий. Обсудили вопросы пропаганды, здорового образа жизни и отдельных видов спорта.